Офицер полиции в американском городе Талса во время задержания перепутал пистолет с электрошокером и случайно застрелил чернокожего мужчину, 44-летнего Эрика Кортни Харриса. Он пытался продать оружие работавшему под прикрытием полицейскому. То, что произошло, зафиксировала камера, прикрепленная к телу агента. Вы видите, как неожиданно подъехала патрульная машина, и Харрис попытался уйти от нежелательной встречи, но его догнали. Во время задержания полицейский использовал пистолет вместо электрошокера. «Не было никаких оснований использовать боевой пистолет», говорит брат убитого Эрика Харриса. «Он выстрелил, не думая о последствиях, о чем потом сожалел». Выстрел произвел 73-летний офицер запаса Бейтс. «Вот как это было. Вы слышите выстрел?» «О, я выстрелил в него! Я сожалею!» Мистер Харрис хотел убежать, комментирует инцидент шериф Талсы Шеннон Кларк. Он не подчинился приказам правоохранительных органов и попытался скрыться. Он оказал сопротивление полицейским. Чтобы его успокоить, один из полицейских, Бейтс, хотел использовать электрошокер, но он перепутал и случайно использовал пистолет. Харрис кричит от боли: «О боже мой, я теряю дыхание!» В ответ один из полицейских говорит: «К черту твое дыхание!» Харриса доставили в больницу, где он и скончался.